16-18 марта в СКК имени Виктора Блинова впервые в Омске пройдет финал 4-х Европейской лиги чемпионов 2013 по волейболу среди мужских команд. В рамках подготовки турнира в наш город приехали президент Европейской комиссии по волейболу Рита Омс и хозяин соревнований, генеральный директор волейбольного клуба «Локомотив Новосибирск» Роман Станиславов. Перед пресс-конференцией министр спорта Омской области Антон Чешукин провел гостей по спортивно-концертному комплексу, а рассказал о подготовке к финалу. Мы, безусловно, имеем большой очень опыт в проведении подобных мероприятий. И со своей стороны, безусловно, постараемся сделать, чтобы пребывание гостей, как и спортсменов, почетных гостей и, безусловно, зрителей, было на территории Омской области приятным. Финал 4-х впервые состоится так далеко от Европы. Престижнейший волейбольный турнир, уверена Рита Омс, пройдет на достойном уровне. Мы ведем уже активную подготовку. Мы посмотрели несколько матчей, в том числе в Новосибирске. И здесь с участием команды «Амичка» в Блинова уже сделали определенные выводы и замечания. Сейчас за 6 недель до начала финала ситуация складывается весьма достойно. И я думаю, что будет действительно все проведено на самом высоком уровне. Новосибирский «Локомотив» пока единственная российская команда, которая сыграет в решающем матче финала 4-х. В первом полуфинале 16 марта встретится «Локомотив» и победитель пары «Зенит-Казань» «Динамо-Москва». На другой полуфинал претендуют «Закса» Польша, «Аркас» Турция и победитель итальянской пары «Мачерата» Кунео. 17 марта пройдут финальные матчи. Все игры будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Россия-2». В Омске билеты поступят в продажу 1 марта. Стоимость одного билета сразу на два матча – 800 рублей. Организаторы пообещали устроить для болельщиков грандиозное шоу. Начиная от группы поддержек, от девчонок, заканчивая всеми талисманами, ходулистами, дирижабль, все здесь будет, все мы сюда перенесем. Будут определенные новшества, которые вы даже не видели в Новосибирске. Обязательно, потому что это финал, и мы достаточно большую группу готовим для людей, для того, чтобы развлекать людей между матчами, перед матчами. Таким образом, Омск, во-первых, увидит лучшие мужские клубы Европы, а значит, зрелищный волейбол. Ну а во-вторых, команде «Амичка» после проведения финала останутся отремонтированные раздевалки, тренировочный зал и VIP-ложи. Вот такой весенний подарок от волейбола мужского волейболу женскому.